Кракове идет на поправку 2-летний мальчик по имени Адам. Несколько дней назад его нашли практически замерзшим на улице. Малыш ночевал у своей бабушки, предполагают, что у него возникло состояние сомнобулизма, в народе лунатизма, и он ушел из дома в носках и пижаме. Это произошло примерно между 3 и 5 часами утра. Позже Адама нашли в куче листьев, лежащим вниз лицом. На улице стоял мороз -7 градусов. Когда малыша доставили в больницу, его сердце едва билось, температура тела упала до 12 градусов. Ребенок впал в кому. Особых надежд на его выздоровление у врачей не было. Однако Адам удивил всех и несколько дней спустя пришел в сознание. Детско се выбудило. Выбудило се в засаде. Мальчик вышел из комы. Он активен со вчерашнего вечера. Мы смогли установить интеллектуальную связь с ним, такую, которую можно установить с 2-летним ребенком. Это умный малыш. Родители Адама дежурят в больнице, ожидая, когда их сын полностью выздоровеет. Это была такая огромная радость. Я увидел, что мой сын открыл глаза. Это удивительное чувство. Словно он заново родился. Я не могу передать свои ощущения. Наш сын – это самое драгоценное, что у нас есть. Мы ждем, когда он сможет вернуться к нам, когда он будет смеяться, как раньше, и обнимать нас так сильно, как раньше. Несмотря на то, что переохлаждение у Адама было очень серьезным, доктора делают оптимистический прогноз. Как долго будет доходило до себя? Мы не знаем, сколько пройдет времени до его полного восстановления. Ему снова придется знакомиться с миром. Он нуждается в реабилитации. Может понадобиться несколько дней, а может несколько недель. Польские доктора уверены, что выздоровление Адама – это настоящее чудо.